Новоиспеченная северянка Ксения переехала в Никель в январе этого года. Родилась девушка в Тюмени, где и прожила долгие годы. Потом вместе с мужем переехала в Грозный и вновь последовала за ним, уже на крайний север. По программе «Земский доктор» Ксения устроилась в Печенскую ЦРБ врачом-эндоскопистом. Работы девушка не боялась, недоумение поначалу вызывали только погодные условия. Это, конечно, немножко было странным таким явлением для нас, да. Потом случился полярный день, тоже было достаточно как бы так непривычно, так скажем. А так, в принципе, все благополучно, благоприятно, никаких таких сложностей прям таких не было. Участвовать в программе «Земский доктор» может любой врач до 35 лет, независимо от специальности. Каждый получает не только стабильную работу, но и денежную выплату в 1 миллион рублей. Его можно тратить по своему личному усмотрению. Для участия в программе надо переехать трудиться в сельскую местность минимум на 5 лет. Работы в медицине хватает. Все равно я достаточно молодой специалист, и вымотать меня основательно тоже трудно, как бы. Но ее достаточно, потому что когда все-таки ты в медицине работаешь и хочешь работать, ее всегда предостаточно. Печенская ЦРБ поделена на две части – Никель и Заполярный. По своей первой специальности Ксения – хирург, поэтому Заполярный девушка навещает в те дни, когда трудится дежурным хирургом. На сегодня Ксения сразу после окончания рабочего дня в Никеле спешит домой к мужу Ивану и 4-летнему сыну Диме. Из совместных увлечений семьи наши героини называют походы в бассейн и прогулки на свежем воздухе. Летом мы собирали грибы, ягоды, то есть все это такое, что для нас тоже как бы... Грибы, конечно, у нас в Тюмени тоже в достаточно большом количестве растут, но северных ягод мы еще не видели, поэтому мы ездили сначала на них смотреть, потом их собирать, то есть как бы нашли чем заняться. Ксения не родилась в семье потомственных врачей, да и об этой профессии с самого детства не мечтала. Говорит, что просто решила в 11 классе. Дальше буду развиваться как врач. А решение не жалеет, как и о переезде из Тюмени. По ночам родной город не снится, улыбается Ксения. Знаете, спится так хорошо, что не снится ничего, понимаете? Поэтому после дежурства особенно, как бы тоже часто бывает. Тем более сейчас пошла... Зима снова, то есть люди стали обращаться больше с травмами, как бы по моему профилю, по хирургическому. Поэтому на дежурствах приходится, то есть, естественно, сна практически нет, да. Если только это хорошо, что ты где-то сел, посидел, отдохнул хотя бы немножко. А уже дома, конечно, снится, ничего не снится, поверьте. Это был рассказ о враче Ксении Новиковой, переехавшей на крайний север по программе «Земский доктор». Следите за нашим телепроектом «Новые лица». Впереди еще много интересного. Александр Суняев, Павел Третьяков, ТВ-21+.